Добрый день, меня зовут Владимир Сергей Алексеевич, я являюсь председателем Петербургского отделения Объединения Перевозчиков России. Сергей Викторович Овчинников, тоже отделение Санкт-Петербурга, Объединение Перевозчиков России. Михаил Селдович Грановский, Петербургское отделение Объединения Перевозчиков России. Мы выступаем не только против повышения пенсионного возраста России, которые почему-то назвали пенсионной реформой. Нет, это всего лишь навсего следствие того, что у нас творится в стране вообще. А конкретно у нас в стране на самом деле захватили власть люди, которые против народа, против страны, против нашей государственности, против, издают приказы, издают указы, издают законы антинародные, антиконституционные. И как следствие как раз принятия вот этого повышения пенсионного возраста, которые маскируют именно под какую-то пенсионную реформу. На самом деле это направлено все только лишь для обогащения опять очередной группки лиц, которую, в принципе, мы знаем. Эта группа лиц у нас захватила и самовольно удерживает власть в нарушении, опять же, Уголовного кодекса страны. Объединение перевозчиков России создало в 2016 году. По большому счету организация несет двойную функцию. Это функция профсоюза и функция того, что законотворчество должно исходить от народа, а не от нашего правительства. То есть люди поняли, что правительство не может никоим образом регулировать непосредственно нашу отрасль, и правительство давно оторвалось от народа. Поэтому мы создались и боремся за право голоса и за право существования. Ну, на самом деле, мы видим разрешение этого вопроса в массовом протесте людей, как профессиональных союзов, как правозащитных организаций. В общем, всех составляющих, то, что является гражданским обществом. Только поднимая активность гражданского общества, мы можем противостоять всему тому беспределу, который нам навязывают кремлевские шкурники, проводящие геноцид собственного народа, предающие интересы страны. Только объединившись со всеми, кто понимает, что страна терпит бедствия, что народ уничтожают, мы можем достичь определенных положительных результатов, противостоять этой власти и в конце концов подвести всю остальную часть населения к пониманию того, что необходимо эту власть менять. И то, что решения, которые спускаются в народ этой властью, только работают на карман олигархической преступной путинской группировки. Вместе мы сила.